Всем привет! Меня зовут Снежана, и вы на канале Про цветы. Сегодня я в материке, который на Борисовском тракте, ну, можно сказать, в сторону Уручья. И я вот вижу, что сюда довезли вот этих вот малышек, но у меня такая уже есть. Вот здесь 33,99, мутантов нет, по 34,5. Все очень похожие сорта. Доставать корзинку не буду, доставала уже, проверяла. Там нового чего-то нет. Вот то, что показываю на видео, то и есть. Целых два палета одинаковых. И вот такая вот неплохая, красивая, но у меня похожая есть ароматная. Поэтому, конечно, брать нет смысла. Вообще растений очень много. Но, конечно, это все не новый завоз. Есть, вот здесь вот у них всегда стоят такие подороже, по 79, по 59. Ну, наверное, меня этим уже, мою коллекцию не удивишь. Есть такой биглипчик беленький, это я вам из интересного показываю. Леодорка есть, но, опять же, у меня она есть. Вот такой вот малышки нету, красивая, очень красивая, но за 79... Вот, да, цены на некоторых приклеены, на некоторых нет. За 79, конечно же, будет дороговато. Вот это вроде попугайчик. Я как-нибудь себе его возьму в коллекцию. Но, опять же, цену хочу все-таки побюджетнее найти. Вот это вот мне тоже нравится. Я вам показывала в другом обзоре у материка. Там на тоже 79. Ну, блин, мне как-то дорого. Не знаю, напишите в комментариях, вам норм или нет. Вот такая есть миниатюрная, скажем так, орхидейка. На самом деле она вообще ни разу не миниатюрная, очень крупная розетка, просто цветочки достаточно маленькие. И опять же, как вот раньше вам показывала, есть такая с темным цветком. Ну, красиво, красиво. А еще, скажем так, собратья леодоры есть, тоже на 5 листьев. Такая вот красотка. И достаточно выбор такой есть ароматных фабрик, парфюмерок, но никаких бабочек, ничего такого не вижу. Тут вот пытался, наверное, стать бабочкой, но не дошло, не дошло. Но в любом случае 79, по-моему, тоже они стоят. Возможно, но я ошибаюсь, возможно, чуть дешевле, но здесь, опять же, сорт не написан. Тоже вот, возможно, пыталась стать бабочкой, но не вышло. И тут несколько сортов фабрик. То есть вот есть и вот есть сорта, они подписаны, но у меня они точно дома уже есть, потому что у меня много фабрик, и тут ничего новенького для меня нет. Вот эти сорта я не понимаю, почему по 79, ну понятно, поставщик, да, но их часто можно встретить и в более бюджетных поставках, тех же GMP-шных, просто иногда надо выбирать. Так, коллизия вот есть внизу тоже. Обзор второго материка тоже выкладывала, чтобы иногородние девочки, мальчики знали, ехать им, не ехать, смотреть, не смотреть. Тоже все это на канале есть. Не забывайте подписываться. Все, походу, попугайчик был там только один. Мне многие писали, да, что у меня есть попугай. Это на другом канале я показываю. У меня должна быть такая орхидея, но не обязательно. Если бы она мне не нравилась, я бы ее не хотела. Так, на каскаде есть. Такая белорозовая, 52,50. Вот цены почему-то в этом материке часто не ставят и приходится угадывать. Так, вот такая есть. И вот эти тоже по плюс-минус таким же ценам. Вот это похоже на дикого кота. Ну, с названиями вы уже меня поправляете. Тут как бы я вам на откуп даю вообще. Я вот поднимала, смотрела, качество обалденное. Вот конкретно здесь зеленые соцветия, и ну, есть шанс, что они у вас дома дальше цвести будут хорошо, то есть не сбросят. Это прям здорово. Но тут видно, что поставщик неплохой. Вот, пойдемте еще вам покажу, потому что это не все растения, даже не все орхидейки. То есть здесь такие по более высокому прайсу, дальше по более низкому. Но вообще у них бывает по-разному. У них есть и уценка, и неуценка. Надо приходить смотреть. Вот, допустим, сегодня они не объявляли, что не у завоз есть, но я была пару дней назад в другом материке, и я видела, что миниатюрок они доставили. Ну, я вам показывала, да, и то, что купила, и завозик показывала. Поэтому, кто знает, можно ехать, когда нужно ехать, рассказывать. Вот, допустим, вот таких вот красоток. Камбрия.
не помню, ароматный, не ароматный, но я ее уже нюхала в прошлом материке, ее было сильно-сильно больше. Здесь вот как бы только одна штучка стоит, ну, либо как бы я еще не нашла, надо смотреть, вот. То есть такие вот палеты, тоже цены супер-мега разные. Вау, какие маленькие растюшки по такой цене. Так, это тоже орхидея, кстати, драгоценно. Ну, видите, я больше по вандам и по фаленопсисам, поэтому сориентируйте меня тоже по ценам. 54 рубля за вот такое растение. Это вообще норм или нет? И вот мне интересно, отцветет ли она и как? Я видела вроде, что покупают такие, но честно, за ванду я могу такие деньги отдать. Ну, и они у меня как бы приживаются, да? За растение, которым нужен супер-пупер какой-то необычайный микроклимат, а ванды я к ним не отношу, потому что к вандам просто нужно найти подход, то для новеньких за такую цену я как-то морально не готова. Возможно, вы со мной тоже согласитесь. Ну вот сегодня ванд не вижу. Так, мне нужно будет еще ухватить кашпо. Я вам уже показывала, что я их покупаю. Вот, второй раз, наверное, не имеет смысла, просто беленькие. Так, тут вот для любителей всяких кактусиков, суккулентов. Эти вообще, ой, какие миленькие. Красота. Так, ну мы с вами идем дальше еще к орхидейкам. Значит, смотрите, девочки, мальчики, здесь надо выбирать. GMP-шки в целом подписывают свои розетки. Вот Лондон, ну это белая такая будет орхидейка. Надо выбирать, чтобы был тургор листьев, хорошие корни. Есть и по 8 рублей, и по 16, да. Но часто удаляют цветоносы. Где-то еще можно глянуть. Это тоже неплохой. Вот почему бы, да, и не взять. Особенно на усылке, чтобы она дома у вас красиво процвела и порадовала. Вот такая вот есть. Но надо смотреть. Тут можно на день прийти и только сорта выбирать. Есть с хорошими розетками. Вот, видите, неплохие. Ну, давайте тоже ради интереса глянем сорт. Виена Мультифло. Ну, это тоже достаточно популярный у GMP-шки сорт. Как бы он такой... По-моему, он похож на такой фиолетовый с небольшими цветочками. Но лучше лишний раз чекнуть. Так, здесь еще цимбидиум за 50 рублей. Ну, тут ему немножко плохенько, но вроде там есть ростик новый, но надо смотреть. Как бы 50 рублей тоже вроде немало, но своему растению, каждому свое. Так, мы тут с вами постепенно подходим еще к стоечке с архушкой. На самом деле там несколько стоечек. Значит, здесь уже тоже условная оценка, но они пока что еще, скажем так, на скидке не цвели. Значит, много белых. Вот такие есть. Ну, как вы знаете, белые, розовые, их в целом много остается. Мне писали, что как я могла не взять вот эту, да. Знаете, вот, ну как-то не хотелось мне взять. Ну вот Джулиан, да. Ну вот я сказала в видео, что мне он похож на другой мой сорт. И мне он похож из-за крапушка, да. Но вот не взяла. Ой, тут интереснее белый, чем обычный, с красной губой. Давайте сорт гляну. Алабастер. Вот, тоже как бы интересно стоит. Переходите, забирайте. Здесь, видите, уже подцветали, даже и не видно. Но там в конце, ну, помимо такого интересного сортика, тут стоит поинтереснее. Тоже, наверное, Джулиан. Да, Джулиан. Только посмотрите, цветы мельче. Но у того с корнями, как бы, наверное, не очень. У этого еще плюс-минус норм. Но шея какая-то беда. Возможно, надо просто отделить листики, будет норм. Но, как я сказала, это просто не мой сорт, поэтому я не хочу его себе в коллекцию. У меня и так больше 50 растюшек. Мне интересно брать то, что как бы на меня не смотрит. Вот этот, кстати, красивый, очень в интерьере круто смотрится. Или она у меня была или есть. Ну, точно была. А что с ней стало, я не помню. Не помню. Так, смотрите, как смешно процвел. Ну, скорее всего, это все-таки не трилипс.
Так. Виена мультифло, кстати, как там показывал, да. Здесь просто уже не хватило сил растению, либо повредили. Ну, вон, возможно, здесь обломаны были даже с боков. Но это точно не трилипс. Там прям видно. Ой, там тоже такое интересное. Ну, видите, где-то отцвели, где-то не отцвели. Надо ходить, смотреть, выбирать. Вот, еще вам, конечно, покажу, что тут здесь есть. Без... Вот много белых с желтым центром, с красным. Пока только единицы вижу. Попадаются. Возможно, кстати, на уценке стоят. Смотрите, беглипчик. Что за он, что за он? Ой, корням просто капец. Такое брать только есть на реанимацию. Это манта мам, манта мальдивс. У меня такая есть. Ну, конечно, получше состояние, потому что здесь, я не знаю, как она еще цветет, хотя вон корешок есть. То есть ее в целом, если сорт такой себе хотите, можно, можно укоренить. Посмотрите видео на канале, там и не такие плачевные сорта выхаживали мы с вами. Так, ну вот такой единичный сорт я вижу. Кто это у нас, кстати? Egyptian. Слушайте, ну прикольный, такой прикольный. Розетка вроде ничего, такой этот нижний лист. Он в земле был, в коре, поэтому мог загнить. Но это нормально, когда они так сажают. Так, такой у меня есть. Но он условно тестовый, у него названия еще нет. И здесь мне понравилось. Вот видите, одинаковые в целом розетки, но вот этот с такой небольшой мутацией на цветке пошла. Интересно. Ну вот по поводу мутаций, никаких бабочек, вот этого всего, конечно же, здесь сейчас нет. Ну как бы, а что вы хотели? Это не свежие завозы. Вот там есть красивые сорты, просто хочу дотянуться. У меня похожие, тоже есть только разводы крупнее. Ну, кто смотрел видео, тот смотрел. Тут уже все перебрали, поэтому никаких новых вы не увидите. И что тут у нас? Салинос. Очень красивый, нежный, немножко ушатанный. Но если кто-то ради сорта, то можно, потому что на подарок, конечно, есть другие сорта в более презентабельном виде. Здесь тоже есть и стеллаж с архушками, и просто растюшки. Сейчас покажу вам. Здесь они по 27, 99, 28, но есть даже такие, как и на подарок. Здесь мультифлорки, тоже много розовых, белых, но, например, есть биглип. Название сейчас скажу. Ой, корни просто шик, просто шик. Прям вылазит из горшка. Априлиан. Кстати, у меня, по-моему, такого же и нет. Хотя я бы сказала, что очень похож, по-моему, на Леонтина. Но нет. Надо прогуглить, потому что часто либо на бирке бывает ошибка. Такое я тоже встречала, прям откровенные ошибки. Либо я просто сортик перепутала, либо, конечно, они супер похожи. Ну, слушайте, ну вот есть какие-то, да, прикольные. То есть на скидке за милую душу. О, смотрите, тоже, наверное, он же биглипчик этот же. Слушайте, тут сколько веток. 4 Априлиан, обалдеть, на 4 ветки, вы видели такое? За 28 рублей это считается бесплатно для таких магазинов, потому что изначально цены на 4 ветки бывают супер высокие. Ну вот его, наверное, кто-то взял, потом передумал и оставил. Вот такая розовенькая есть, но здесь, наверное, только и одна. И дальше повторяшек не вижу. Тоже ничего такая. Ну, вот они стоили по 36. Вот, старая цена по 36. Ну, это они, наверное, будут распродать. Я надеюсь, новую поставку привезут. Потому что мне, конечно, хочется чего-нибудь новенького. Но у кого еще этих сортиков нет, то, конечно, приходите, забирайте по скидке. Это очень приятно забрать. Поэтому... Ну, там сверху не показываю, потому что плюс-минус то же самое. Вот, все сорта я вам показала. Так что подписывайтесь на канал. С вами была Снежана. И всем пока-пока.